Верхнее Волжье находится в десятке лучших субъектов страны по объему обращений граждан в органы власти и по количеству ответов на них. Такие результаты стали возможны в том числе благодаря созданию такой структуры, как Центр управления регионом, который в эту среду посетили депутаты Тверской городской думы. Дмитрий Нечаев, как и положено депутату городской думы, хорошо знает, что такое работа с обращениями граждан. Он отмечает, что в эпоху интернета это не только привычное пока еще письмецо в конверте. И очень многие обращения приходят к нам как вот в печатном обычном виде, традиционном, так и в электронном, через различные социальные сети и другие способы связи через интернет. И здесь важно максимально оперативно дать ответ, для чего все обращения нужно дифференцировать. Для этого и был создан Центр управления регионом. Он объединяет все цифровые сервисы, через которые приходят просьбы или жалобы жителей Верхней Волжья. Его сотрудники работают напрямую с муниципальными и областными органами власти. В итоге сроки реагирования заметно сокращаются, отмечает депутат Гордумы Илья Холодов, который вместе со своим коллегой Дмитрием Нечаевым посетил этот современный проектный офис. Мы стараемся сократить срок ответа минимум там, да, от 30 до 10 дней. Сейчас, соответственно, мы вот на Красноярском экономическом форуме была обозначена цифра, что в среднем удается по многим вопросам за 4 часа 50 минут как минимум ответить человеку, чтобы он увидел, что его вопрос взят в разработку, есть конкретный исполнитель. Благодаря такой слаженной работе Тверская область за последние полгода вошла в десятку субъектов страны по количеству принятых обращений граждан. И самое главное, по уровню реагирования, а он составляет 90%. Особенно стоит отметить, что в Центре управления регионом анализируют каждую озвученную проблему, чтобы впредь исключить повторение такой же ситуации.